Четверг, дата сегодняшняя, время почти 7 утра. В общем, вот и все исходные данные. Видео, которое, как сообщается, сняла камера наблюдения в городском морге. Все внимание на одной из кушеток, где лежит накрытое простыней тело. Неожиданно оно начинает двигаться. Сначала из-под накидки появляется рука, затем не без труда мужчине удается присесть на кровать, а после спуститься на пол. Движения резкие, пугающие, ну не дать не взять зомби-апокалипсис.